Новый проект. Всем здравствуйте. Вот приехал, вот такое чудо. УАЗ. Вот он. Будем его ремонтировать. И красить. А это такие мужские побои. Погнил бедолага. Нехило так погнил. Ну, ему тут тоже губы красили. Прям вздулось. Вот она видно. Посмотрим. Да. Бедненький. Кончилось. Тут прям я не знаю, как там, как книжка многослойная. Да не видно. Да. Хозяин сказал, там какие-то деревяшки были. А, ну да. Вон он там. Где-то в темноте деревяшка. Там-то, в принципе, он нормальный. Довольно-таки. Прикольный. Бибика-мобиль. Течет. Не течет. Наверное, даже знаю откуда. Ой, о, и здесь деревяха. Вот она. Прикольно. Блин. Вот это все испортило. Так. Вот она. Вот она, вот она. И вот она. Даже не знаю. Не, ну тут и шпаклевка, и металл. А, что-то еще приклеилось, так неплохо. Короче, кончилось тоже. Тоже. Так, закончилось. Вот он гниет, только вот по низам я смотрел. Здесь что? О, да ладно. Ну тут целая дверь. Крыло выгнило нафиг. Досадно. Вот тут, блин, шпаклевки, я даже не знаю, наверное, сколько. О, тут даже не все замазали. В общем так. Вот, стекло будет вытаскиваться. В общем, весь он будет делаться. Ну, короче, будем ему красить губы. Не то чтобы прям ваш писец будет. Как на УАЗике. Должны быть побои, иначе ты не УАЗик, а какая-то это трансвеститка. Если на УАЗике нету побоев, значит это не УАЗик. Значит, он жизни не видел. То бишь, он еще девственник. Это тоже вполне совершеннолетний. Судя по побоям и по гнили. Он видел все. Почти все. Ну, что, начинаем работать. Хочу снять крышу. Она мне тут не мешала. Ну, ее можно, в принципе, и зачистить. Там тудым-судым этого крокодила выгнать. Загнать потом. Крышу можно покрасить. А все остальное делать будем. Пока все, начинаем работать. Ну вот, не заметил, как крышу снял. Снимал, в принципе, элементарно.
Вот с помощью ремня перекинул, зацепил и потихонечку снял. Она, в принципе, довольно-таки легкая. Так что труда не составила никакого. Просто аккуратненько, потихонечку. И все. И крыша, вот она, лежит. Теперь ее надо вынести. Ну, УАЗка без крыши. Ну вот, подразобрал. Я еще не знаю, как будут откручиваться крылья. Это будет жопа. Здесь тоже полопалось нафиг все. Как обычно. Тут порвало вообще прям. Даже не знаю почему. Даже не знаю почему. В тех местах она просто лопается и все. Но не гнется так с разрывом. Что-то тут, блин. Какую-то краску шубы подняла. Ну, что-то, видимо, было прокрашено. Сверху херанули. Судя по этой пыли, блин. Прям на пыль херачили. Здесь даже не обезжиривали, ничего не делали, потому что поры. Короче, предпродажку и делали такую быструю-быструю. Палки вытащил. Ну, на случай, если мерзнуть, дрова есть. Блин, ну если честно, такой гнилой УАЗик мне не попадался. Я, конечно, не один брал. Теперь мне надо, чтобы все это высохло. Да. Сейчас будет, когда почищу. Тут, наверное, пол УАЗика просто вычистится. Ну, черепаху лучше найти, купить. Я думаю, это не будет проблемой. Значит, крепление тоже отгнившее. Как-то так. А, ну и вон пошло тоже. Где оно тут, сука? Короче, где-то там. Ну, как-то так. Как-то так. Бампер, наверное, лучше переделать. Потому что этот бампер, блин, испортит весь вид. Я его не выстучу. Не тот металл. Он такой более упругий. Пойдет. Запись пошла. Крылышки снялись. И поперли. Не знаю, видно, не видно. Ну, короче, вот так вот. Шпаклевки тут, блин, охереть. Тут кусок отвалился.
нехило. Местами металла нет вообще. Тут латку делали. Но набутербродили, что она просто хана пришла. А тут немножко подрихтовал. Еще надо будет растяжку ставить. Стягивать его. Вот так выглядит правая сторона. Ой, и тут ни хрена ничего нету. И тут была латка. Это, кстати, стеклоткань. Такая шпаклевка. Прикольно. Здесь такая же шляпа. И здесь такая же шляпа. Ее даже видно. Как-то так. Здесь тоже нету нифига ничего. И тут такая же херня. Как-то так. Ну, пока что, пока херачим. Короче, чистил, и тут меня понесло. Ох. Зато смотри, как хорошо. Проветривается оно. И никаких проблем с собиранием грязи. Короче, карманы я уменьшу, как это делается на нормальных УАЗиках. Нахер они такие не всрались. Двери уменьшать не буду, кузов тоже. Оставим как есть. Там грязь, там, блядь. Ой. Ой. Кажется, я что-то сделал. Не то, наверное. Ой, говна сыпется. Короче, пиздец. Продолжаем. Вот была вот такая вот латочка поставлена. Вот такая вот. Латочка, точечками варилось все, так вот это все смотрится. Ничего не зачищалось еще, но это следы производства латок. Вот такие вот они. Блестящие. Так, ну, не знаю, видно, нет. Ну, в общем, так вот убивалось, чтобы оно заподлицо вот так было. Где оно? Во. О. Ну, вот так вот будет. Вот так вот будет. Это все. Тоже так же, тоже вот этот вот здесь вот, буртик этот сделан, отбивается все молоточком без стеснения. Ну, в общем, тоже туда, в ту же кухню, и будет нормально. Удобно делать. Ну, короче, вот как-то так будет. Поровнее, конечно. Ну, пока это выставится все. Вот. А сюда я, наверное, профильную трубу приварю. Будет покрепче. Надо поровнять немножко. Как-то так. Вообще он в хламину все. Ну, ничего. Железо есть. Сварка тоже. Руки присутствуют. Шлифмашинка присутствует. О, кстати, вот такой автомобиль еще на ремонт въехал. О, починили. Даже ездит. Правда, его надо от пыли протереть. И таким иногда занимаемся.
Автомобиль этот стоял, чтобы так не обмануть, лет так этак, наверное, 9. Стоял, весь переломанный, пришлось починить. Ну, правда, тут изменения конкретные были. Как говорится, я его слепил из того, что было. О, это с этого, с шуруповерта. Вот, аккумулятор купили новый. О, вперед. О, это вот, короче, вот так вот. Опс, поехал. А это задняя скорость. Переключается. Ух ты, ё-моё, газует. Ну-ка. О. Можно что-нибудь буксировать. С места рвет. Звер машина. Ну, водитель пока еще в садике. Еще не в курсе. Пока все. Продолжаем дербанить автомобиль. Вот такая штука получается. Правда, не доделано. Ну, как-то вот так вот. Еще будет убираться все. Там высоко вставка идет. Добьется, подравняется. Пока так.